хотите, оставляйте подписи. Понятно. О каких больше грузах идет речь? Ну, о транзитном транспорте, о том транспорте, который едет через жилую застройку на промзону на Верхнем Посаде, через улицы, которые не приспособлены для такого движения. Ага. Спасибо. А кому это обращено? Это обращено к нашей власти, наверное. Понятно, к местной, да, или к федеральной? Нет, я думаю, что этот решится вопрос только на федеральном уровне или на уровне губернатора. Вот. Понятно. Чувствуется, что вас это достало, да? Ну, и устала ремонтировать машину, потому что будут же грузы не только по Верхнему Посаду, они вообще разбивают дороги. Постоянный ремонт подвески. Ага. Дороги же не приспособлены для такого интенсивного движения таких тяжелых машин. Скажите, как вы думаете, а можно ли решить эту проблему с помощью принятия генерального плана? Я думаю, конечно, можно. Если в нем предусмотреть место для проезда большегрузной техники или убрать из Звенигорода промышленную зону. Почему большегрузы у нас есть? Потому что Собянин в Москве кольцо закрыл за большегрузы, и они все есть по... Нет, потому что на Посаде у нас промышленная зона там. А сейчас еще снегоплавилку сделают. Представляете, сколько еще машин сюда приедет? Они сейчас все дороги. Со всего Одинцова. Они все дороги приезжают. Да, так вот о чем и речь. Дороги уплыли вместе со снегом. Так это вопрос. Елена, а как думаете, почему до сих пор вместо Звенигорода на генеральном плане Одинцовского городского округа большое белое пятно? Потому что столько проблем, которые не может решить власть. Я не знаю. Жители, думаю, благодаря жителям, наверное, которые остановили предыдущий вариант убийства генплана проекта. Это ужас. Вот снимите и выставите где-нибудь, чтобы обязательно, да, голосовали, чтобы защищали наш город. А, кстати, где можно подписать? Вот здесь вот, Орлова, где вот кафе. В кафе как заходите, вот здесь вот. Вот так пойдете. Понятно, а мне почему сказали, что это, где был Чехов? Не-не-не, вот Орловой вот это, сбоку. Ладно. Там. Кафе зайдете. И на левой стороне, слева, слева сидеть будете. Отлично. Нет.